Бывшего мэра Нового Орлеана Рэя Негина признали виновным в коррупции. Негин возглавлял администрацию города во время удара урагана Катрина в 2005 году. Напомню, экономический ущерб от удара стихии превысил 100 миллиардов долларов. Прокуратура смогла доказать, что Негин заключал выгодные контракты с консультантами и подрядчиками, получая от них взятки и услуги на общую сумму почти в четверть миллиона долларов. В числе услуг, как говорится в обвинительном заключении, полученная мэром партия гранитных плит, которые Негин использовал в семейном бизнесе. Кроме того, Негина обвинили в легализации незаконных доходов и подаче ложных налоговых деклараций в период с 2005 по 2008 годы. Бывшему мэру грозит от 5 до 20 лет лишения свободы, а также многотысячный штраф.